занимаем. Жижа. Как вам мероприятие сегодняшнее? Ну, как? Мы просто застали только малую его часть. Вот, и хотим сказать, что было очень жарко. Да, было дорожче. Было жарко. Если будут устраивать еще такие платы, вы приедете? Конечно. Да, но... Ну ладно, вдруг там будет такое. Ты там маме позвонила, не говорят? Да, приедет, приедет, да, конечно. А еще, что вы чувствуете, заняв первое место? Голод. Да, кота кушать. Я хочу попить. Все, спасибо большое. А можно еще скажу? Да, конечно, говорите. Все, все, что хотите. А у вас газета? Да. Новое дело. Можно, тогда не вам. Нет, я снимаю. Тогда. Ну, хотелось бы, чтобы газеты ваши, ну, как понимаю, перспективная газета, выделяли хорошие спонсорские призы для участников соревнований. Это бы очень нас порадовало, если бы мы сейчас еще получили нехилую сумму наличных и поехали куда-нибудь в ресторан отметить нашу победу. Одежды с учениками. Круто. Ну ладно, а вы сказали, что газета «Криминальная Россия»? А еще у меня, конечно, такая тема случилась на батле, я вам покажу. Я почувствовал это в финале, короче. В финале почувствовал. Прими на диктатор. Почувствовал в финале, реально. Сейчас. Ну, можно, да, с носком. Тему в финале реально почувствовал, чувствую уже все, короче. Выпирает за пределы контура. Пределы контура выходит. Чувствую, выпирает. Ну все, ребята, оставьте свою фамилию. Хорошо.